Лера учится на первом курсе Европейского гуманитарного университета. Информация о занятиях Лера нашла в социальных сетях. Она предпочитает занятия волейболом. Лера может выбрать удобное для себя время тренировок. И все совмещается классно с учебой, потому что в ЕГУ очень удобное расписание. Я могу выбирать сама время своих занятий и удобно совмещаю их с учебой и с дедлайнами. Главное хобби Анастасии – баскетбол. Этот вид игры представлен на спартакиаде в ЕГУ. Команда, в которой состоит Анастасия, одна из самых дружных. Ребят объединяет желание общаться и проводить время с пользой. Это Роман. Он организовал уже 3 спартакиады в ЕГУ. Роман и сам принимает активное участие в них. В этом году в соревнованиях участвуют 6 команд. Это команды 1, 2, 3, 4 курса, а также команда администрации. Егор участвует в спартакиадах ЕГУ последние 3 года. Он является инициатором спартакиады в университете. Егор занимается баскетболом со школьных лет. Спартакиада стала для него возможностью продолжать заниматься спортом. Он надеется, что и после него студенты будут проводить спартакиады и далее.